Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости. Гордость, пофигизм, высокомерие, лень, сарказм, ирония. Ой, да это ж все я. Многим кажется, что я ненормальный, а некоторые уже поняли, что им не кажется. Я зла на тебя не держу, иди с миром, но в жопу. Вот ты спрашиваешь, нафига я смотрю кулинарные программы, если не умею готовить? А ты зачем порнуху смотришь? Знакомлюсь с умной девушкой для занятий глупостями. Жара, пляж, фотограф с обезьянкой, отдыхающий. Это с обезьянкой, сколько будет стоить? Фотограф, внимательно глядя на отдыхающего. Сфотографироваться? Жизнь говно, но если мыслить позитивнее, то жизнь ура, говно! Бывает, смотришь на кого-то и не знаешь, куда его послать. Судя по виду, он уже везде был. Спрашиваю у врача, доктор, я вылечусь? Отвечает, самому интересно. Все-таки некоторые люди меня удивляют. Вроде бы куда еще тупее, но им как-то удается. Запрос на мозги. Ошибка 404. Not found. Довели гаишники. Сегодня сел на унитаз и начал туалетной бумагой пристегиваться. В детстве как-то не задумываешься, что Каспер — это дух мертвого ребенка. Фраза «Я тебя никогда не забуду» звучит нежно и ласково, а вот «Я тебя запомнил» уже как-то угрожающе. Я делаю плохие вещи, но я делаю их хорошо. Человек, глядя на спящую кошку, умиляется, а кошка, глядя на спящего человека, думает «О, батут!» Я хочу, чтобы было либо меньше коррупции, либо больше возможностей участвовать в ней. Умейте оскорблять человека без мата. Это в сотню раз пафосней. Банка из-под пива разлагается сто лет. Зато блин, кузов машины гниет за один-два года. Самое вредное для нервной системы – это медленный интернет. Птица Феникс довела до безумия работников городского крематория номер пять. Почему человека после фразы «У меня просто нет слов» невозможно заткнуть? Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возможно, львы что-то не договаривают. Если можно сделать что-то завтра, отложи на послезавтра. Получится два свободных дня. Воскресное утро. Муравей лежа под танком. И чего только с пьяну не притащишь. 21 декабря думал, настал конец света, а это просто в туалете перегорела лампочка. Наступила такая пора, когда стоишь в два часа ночи в одних трусах с тапочком в руке на кровати и высматриваешь эту падлу жужжащую. Прекрасное чувство, любовь. С помощью него заполняются тюрьмы и психиатрические больницы. Время не лечит, время меняет. Очень сложно сделать родственникам шикарный подарок, ведь у них и так уже есть я. Очень сложно сделать родственникам... Позитивный человек — это тот, кого послали нахер, а он вернулся отдохнувший и с магнитиками. Ну что, КамАЗ, танки грязи не боятся. Ты же не грязь, ты же мусор. Самая распространенная форма мутации — это когда руки растут из жопы. Всегда думал, что страдаю пофигизмом, пока не узнал, что это называется стрессоустойчивость. Я ничего не делаю и все равно ничего не успеваю. Не любите дураков, любите меня, я классный. В пиццерии у блондинки спрашивают, на сколько кусочков вам порезать пиццу? На четыре или на восемь? На четыре. Восемь я не съем. Здоровым можешь ты не быть, а за здоровье пить обязан. Запрос на мозги. Один километр за хлебом далеко, а два километра за пивом рукой подать. Надо думать только о хорошем, то есть о себе.